школах Мангыстауской области установлено более 4000 видеокамер. Помимо объектов наблюдения, в 113 школах подключены тревожные кнопки. Об этом в ходе брифинга в Центре общественной коммуникации сообщила Мангильда Халмурадов, первый заместитель начальника департамента полиции. В преддверии нового учебного года в целях обеспечения безопасности детей 154 учебных заведения области подключены к центрам оперативного управления и дежурным частям. Общее количество видеокамер составляет 4398 единиц. Спикер также проинформировал о дорожно-транспортных происшествиях в регионе. За 7 месяцев текущего года в области произошло 268 ДТП, в результате которых 46 человек погибли, 342 получили различные телесные повреждения. Значительная часть дорожно-транспортных происшествий происходит с участием пешеходов. Таких ДТП за указанный период зарегистрировано 128. Это довольно значимое число, что говорит о беспечности пеших участников дорожного движения. Ну и водителей тоже, ведь зачастую они сбивают людей на пешеходных переходах. По информации спикера, с начала года с участием животных произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 8 получили различные телесные повреждения. В целях снижения аварийности и обеспечения надлежащей дорожной безопасности на дорогах республиканского значения установлены скоростемерные устройства СКАТ-П. Кроме того, совместно с акиматами планируется начать установку 148 единиц системы Сергек. Первый заместитель главы полицейского ведомства сообщил также, что за этот период выявлено 445 правонарушителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В судебном порядке 406 водителей лишены права управления автомобилем. Всего выявлено 54 215 правонарушителей дорожного движения. В доход государства взыскано 454 миллиона тенге.